Приветствую вас. Совершенно очевидно, что существует некая связь, пускай не очень явная, того, значит, согласится ли молодой человек на ваше предложение. То есть, если молодой человек на ваше предложение согласится и примет его, то в таком случае я полагаю, что шанс больше. Если не примет ваше предложение, то шанс, конечно, гораздо меньше в таком случае. Это первое. Второе. Значит, вы написали в раздел «Психология». С точки зрения психологии, нужно сперва понять, из-за чего вас бросил парень, какие были на это причины. Для чего вы предложили встретить Новый год вместе, то есть, условно говоря, какие у вас есть ожидания по этому поводу от молодого человека. То есть, какие ожидания у вас от него в этом случае. То есть, вы предложили встретить Новый год вместе, чтобы его вернуть, чтобы его удержать или как? Следующее. Если вас бросил парень, то очень важно понять, как вы это восприняли, в каком контексте. Важно понять, что даже если он вернется, то без каких-то решений таких вот, знаете, без серьезных решений достаточно сложно будет вам отношения сохранить, вот, даже при условии, если он к вам вернется, вот. Поэтому, соответственно, как бы история здесь, она заключается именно вот в том, как вы относитесь к тому, что происходит. Исходя из этого, уже можно будет делать выводы. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.